Хей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Мертвый космос. Так, поехали. А, нужно сначала... Так, опять не в таком виде. По патронам, у меня до хрена патронов, поэтому не будем жалеть на этих тварей. Время, я думаю, серию заканчивать, да? Ладно, пойдемте. Исследовательский журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, бессонница, галлюцинации. Случаи насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Вэлланд признался, что не может объяснить происходящее и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы. И как можно скорее. Так, хорошо. Малой был. Но это очень защищенный у нас. Очень защищенный лифт. Что за тики? Так, что, где мы по карте? Хер пойми где, ладно. Ух. Какое-то место не очень. Мало ли, мало ли. Привет, доктор. Бэм. Хер его знает. И что, тут нихера? Тогда закройся. Воу-воу-воу-воу! Задание добавлено. Что происходит? Ни хрена себе, ты некроморфа создал? Он некроморфа создал? Ни хрена себе. Средняя аптечка. Коды получил, все подходит. Слава богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Хорошо. Уже там. Так, средняя аптечка. Что, черт побери, случилось с этим кораблем? Кредитики. Маленькая аптечка. Силовой узел. ЗБС. Так. Ага. Бросить. Использовать. Я не вижу смысл. Хотя, пускай он будет. Так, вот это некроморфы жесткие пошли. Мне много на них патроны надо тратить. Так, у нас силовый узел, если что. Если что, можно еще будет купить. Потом можно будет купить силовой узел. Короче, как я понял, это хреновина создает из мертвых. Из тел мертвых себе подобных. Так, нечистов тут дверь. Что у нас здесь?
Ничего нету. У нас здесь много свободного места. А стойте, я разве здесь не был? Кажется, я тут был. Стойте. В смысле, блядь? Я ж тут был уже. Серьезно? Да, мы были, кажется, в этом месте. Я еще говорил, чтобы отсюда тварь никак... Да, мы тут были, лутали. А чё меня снова вводят по одним и тем же тогда кабинетам? Если мы здесь, везде были. Вот мы и здесь дрались с этими, помните? Странно. Окей, никого нет. О, он стоит, красавчик, да? А чё он чем-то сияет? Красавчик. А что там стоишь? Думаешь, я тебя не вижу, приятель? Так, а вот этот некроморф, они сильные пошли. Да, мне нужно теперь урон улучшать лучше. А звук нахуя? Нахера пугать? Ладно, значит все нормально. Если на меня не напали, значит все нормально. Бросить. Я лучше возьму аптечку на самом деле. Пускай я лучше буду хилиться, чем чтобы меня убивали. Что? Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Держу в курсе. Я хотел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Можно убраться? Ты мне мешаешь. Спасибо. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду в чем загвоздка. Ой, магазины. А почему мне тогда там, где я уже был, типа, светится темным? Я ж там уже все был. А показывают, как будто я не был здесь еще. Это... Сердце бьется как огонь. Что нахуй происходит? Боже мой. Так, сохранялка. О, патроны. Так, давайте, наверное, сохранимся. До конца, да, будем сохраняться? Когда глава закончится, начнем с первого. Мне бы еще верстак найти. Поехали. Так, рюкзак. У меня много средних аптечек. Переместить. Или пускай будет. Переместить. Переместить. Короче, 125 патронов пускай будет. Пипец у меня этих патронов. Нужно будет их потом продавать. Так. Что здесь у нас? Мне нужна лазерная винтовка, плазменный резак. Огнемет. Усиленный броник мне еще нужен.
Я могу две штуки эти купить. Блин, я не знаю, лучше... А вдруг защита будет третьего уровня? Или лучше купить? Пускай будет... Бля. Ну такое на самом деле. Я бы такой, чтобы урон прокачать. Но мне верстак нужен. Ладно, давайте это купим. Или импульс. Хорошо. Ну, так на самом деле выглядит. Так, значит, давайте тебе патроны заберу обратно. Сколько мне их? 6 штук. Пипец, она огромная. Так, сколько мне? А, только... Стойте, оно что, только 3 штуки может быть, а ну? Вау. Ну блин, только по 6, камон! О, это плохо. Ну ладно, пускай будет. Вдруг монстры будут побольше. На сюда они навряд ли выберутся, ладно. О, а я не сохранился. А хотя бы посрать. Да. Трупа нет, зато черви остались. Вообще трупов нету. Ладно, поехали. Глава вторая. Интенсивная терапия. Завершена. Так, и значит, у нас третья глава, да, начинается с вами. Это значит, заново сохраняемся. Да, сохраниться. Ага. Значит, мы отправляем... Я не прочёл, как глава называется. Транспортная станция. У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Хорошо. Короче, на тройку и на единичку. Тройка и единичка. А что у нас по карте? Вау, как она выглядит. Так, у нас здесь сохранялка, портал какой-то. Так, давайте сначала все облутаем. Потом сохранимся, зайдем в магазин. Подаю все, что не нужно. Закрыто. Аудио поднять. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего 2 дня с момента, как они вскрыли планету. Там погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Денверс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. Так, окей. Блин, вот это на самом деле, что магазины очень маленькие. Всего лишь 6. Да, жопа. Переместить. Пускай будет тогда у меня 100 патронов на этот пекаль. Блин, теперь я понял, почему
У меня проблема теперь с рюкзаком, мне нужно костюм прокачивать. Так, 100 патронов. Ну, считайте, это почти еще фулл магазин будет. Так, сохраняемся, идем. Так, орбитальная коррекция называется. Вау. Чтобы на всякий случай. Да. Приятель, держу в курсе. Так, а где я нахожусь? Вот эта комната отдельная, да? А, типа ничего нету, ага. Так поверил! Верю! О, поверил. Какого черта тут происходит? Это... Возьми. Он спятил. Вырывает. Он вырывает себе зубы. Эндерсон. Бога ради. Боже. Он умер. Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи. Зачем он это сделал? Я не понимаю. Так, мне нужно заходить в магазин, чтобы у меня, типа, о, загружение схемы. Чтобы схемы загружались у меня. Всё, топливо есть. А у меня же, по идее, еще должны быть продаваться для вот этого нового пистолетика, да? Патроны. Нет, не продаются. Блин, у нас ровно с вами 20 тысяч. Для двух вот этих бустов. Бустов оружия. Нужно быть внимательным, потому что еще может быть что-то. Хорошо. Больше ничего нет. Да, нету ничего. Интересно, если я вот убиваю их, да? Верстачок! О! База данных. Так, палубный журнал Фэхэлон. Бригадир. Я не знаю, что тут происходит. Кто-то говорит, что на корабле напали. Черт побери, кому тут нас нападать? Сначала умер капитан, а теперь еще и эти нападения. Карма говорит, что капитан... кокнул кто-то из офицеров мостика. Я не верю в эту чушь. Тут развалились чертов хаос. Я не могу связаться с мостиком, связаться вообще с кем-либо. Все куда-то бегут, пытаются убраться отсюда к черту собачьим. А думаю, мне стоит сбежать вместе с ними. Короче, все, здесь начинается хаос, как понимается. Может, сбегаем, купим два этих себе? Узлов. Так, давайте лазерная винтовка посмотрим. О, мы сразу можем обойму вкачать себе. Или ущерб. Ну, блин, ну, знаете, в принципе... Я уже сюда начал качаться, поэтому давайте до конца. Перезарядка. Объем, да? О, объем. Так, 14 теперь у меня будет патронов. Сразу автоматически 14. Да.
По идее, такие тела он не сможет превращать. Ну, только по идее. Но это не точно. Так, если нам в ту сторону, значит мы идем в эту. Это одно место. А можно не так стрёмно делать? Пожалуйста. Мне ведь страшно. А когда мне страшно, я боюсь. Вот где эта тварь лазит. Она где-то рядышком. Все? Все? Ну это ж не ты, да, был? Тварына. Лучше головы им отрубать, чтобы они не рашили. Лучше пускай они нормально сдохнут, чем будут за мной гоняться. Карта. А, мне наверх, да, идти? Хорошо. Куда? Активирован режим дозаправки. Если что, готовимся стрелять по всему живому. Так, хорошо. А там у нас почему я не могу пойти? Комнаты. Вот по прямой. Там есть комната. Вообще за херь? Я не... Это типа зараза вот эта, которая типа охотится на нас? И что? Два заряда я могу использовать, хорошо. С тебя ничего не выпало. Они что-то стали какие-то жесткие. Мне нужно их убивать, ё-моё. Еще маленькая хилка. А, типа, это дверь в одну сторону, что ли? Лежите, отдохните. Ни хрена себе, что мне дали. Нет, дверь открылась нормально, все. Так, зайти в инвентарь, положить ненужный предмет. Переместить. Переместить.
переместить. Ну, мужика не останавливается. Мужика не хочет останавливаться. А значит, тут что-то еще есть. А уже нет. Уже все в порядке. Что здесь? Лазерные эти. Сейчас еще там возьмем два. И можно будет заново сюда прибежать и положить. В принципе, можно так и сделать. Все, погнали, вернем. Главное, чтобы запасы были, потому что когда я прокачу еще раз костюм, я возьму вот эти запасы. Хотя, посмотря, сколько у нас с вами сейчас патронов на этот резак, нужно, знаете, просто как с пулемета как херячить, да и все. Только объем нужно прокачать до конца. Так, давайте среднюю одну переместим. Да, давайте еще одну среднюю переместим. Переместим. Да, думаю, хватит. Сколько у нас там в инвентаре места? 3 свободных слота, нормально. Сойдет. Маленькую аптечку заюзаем, если на нас нападут. Ну что, поехали? Где готово? Иди отсюда. Все, мы с вами отправляемся дальше по лифту. Пока что тихо, но страшно. Тихо, но страшно. Это плохо. Тихо. Тихо, лежать. Нихера вас тут было. Целый магазин пришлось потратить на упырей. Что, я все перегружен? То еще что-то есть? Так, мне откуда? Туда и налево. В принципе, в одно и то же место. Аудиозапись. Оу-оу-оу! Так.
Приятель, а теперь вылези. Огнемет. Схема получена. Огнемета. И что, ты отсюда не вылезешь, хочешь сказать? Пойди, я ему лапу отстрелил. А, давайте, я думаю, на этом тогда заканчивать. Или нам нужно назад вернуться? А мы сейчас попробуем. Не, мне кажется, лучше закончить второй генератор, запустим в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.